Алена! Утка! Утка! Вперед! Она жива? А ну давайте сталкиваем ее сюда. Давай сюда. Давай. Давай. Сталкивай. Сталкивай. Да, давайте. Да, кто-то со стороны. Да не друг друга бейте, а да, как ее столкнуть? Подождите. Сейчас ее вытащим. Она, походу, куда-то в туалет ушла. Она вернулась! Чур, пацаны, нас спалили! Все, по местам! Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и... Ой, преданные подписчики знают, что это за карта, и преданные подписчики знают, куда я вернулся. Но никто не знает, то, что я в этой серии буду сам записывать. Как стать лучшим майнкрафтером. Было бы так, если бы у меня не было моих подписчиков, с которыми я могу записать в этой серии. Поздоровайтесь, ёпты! Девушки, мальчики, всем здорово! В этой серии я буду играть со своими подписчиками. Они со мной находятся в Дискорде, поэтому они слышат, что я говорю, но они не могут говорить. Для того, чтобы начать... Да, всем ку-ку! Для того, чтобы начать эту серию, тебе нужно вот сюда, в эту яму упасть, и вот тогда запустится вся карта. Да, давай. Кто первый? Да, не мне! Кто первый? Да, карта по-другому не запустится, давайте сюда. Да, кого пожертвуем? Кого? Чудесную кровь пустим на то, чтобы карту начать. Утку! Ты сюда! Давай! Опа! Не, ну ладно, все, хватит. Господи, это реально, кто лучший ютубер? Номер один ютубер. Если ты хочешь видеть больше серий, если ты хочешь, чтобы мы с пацантрей, с пацанессами записали еще одну новую серию, кто лучший ютубер, ставь лайкусик. Ребят, нужно ставить лайкусик на эту серию или нет? Напишите в чате, а то я не знаю. Вот, да, конечно, все пишут да, значит, всем нужно ставить. А сейчас посмотрим, кто же лучший ютубер, я или мои подписчики. Второй сезон. Я надеюсь, что он вам понравится, и он обещает быть длинным и хорошим. Я смогу играть со всеми своими подписчиками, зависит только от тебя. Опа! Первый уровень, давайте посмотрим, кто же соберет больше монеток. Ебать, чате! Так, короче, не драться, давайте не будем говнюками. Можно толкаться иногда там, знаете, когда там что-то, ну, подтолкнуть немножечко, чтобы там кто-то, ну, чуть-чуть там умер. В этом роде, понимаете? Не трогать! Так, ага. Кто умер? Опа! У меня одно очко. Мне кажется, у всех на этой планете одно очко. Но возможно... У кого одно очко? Мне кажется, у всех, да? Опа! Еще кто-то умер. У меня два. У меня и у Мии два. Так, значит, Никитос умер, да? И Мунстер. Прекрасно. Давайте второй раунд. Не драться. То есть не надо прям спамить ударами. Немножко потолкнуть, чтобы кто-то там жопу себе намочил. The map is bitch, кто не знал. Смотри, какая там... Не-не-не. Да нет, не надо... Не надо. Так, что сейчас будет у меня такой вопрос? Я уже даже забыл. Я уже так давно не играл в эту карту. Мия! Не надо! Все, не надо драться. Все, тихо. Хорошо, три очка! Нормально. Все. Почему флут второй раз реально? Два раза подряд. На двух картах был флут. Ну давайте посмотрим, что будет в этот раз. Может, Thunderstorm? Да ёпты, map, the map is bitch опять. Кто хочет со мной скупнуться? Кто хочет? Да, кто хочет скупнуться со мной вот здесь? Кто-то хочет? Да, хватит! Чичерай! А! Все, бежим отсюда, к чертовой бабушке! Опа! Да, кто-то... Да, продолжай стоять! Да, продолжай стоять! Тебе же на голову ничего не прилетит в этой жизни, кроме одного Тинти. Кто? Куда? Опа, там Тинти упала. Мне ка... О! Не! О! Я думал, что я уже рипну сейчас. Бежим! Да умрите, пожалуйста, хотя бы кто-то... Сволочи, а. У меня 4 очка, кто не знал, пацаны и пацанессы. Уже 4 очка, у вас сколько? Да ёб ты, мать ваш, сколько? Одно очко. 36. Угу, ну да. Хватит драться. 36 очков. Мия, если честно. А если честно? 4. Не надо, успокойтесь! Тихо!
Алло! Я не успел умереть на самом деле. Да, хватит! Я не успел умереть. Никитос, только у тебя одного лагает. Все нормально. Все, хватит меня бить, пожалуйста. Я никого же не бью. Я же никого не бью, согласны? Поэтому ну зачем меня бить? Я же мирный ютубер. Кэмпграунд, наконец-то, какая-то. Все по домам. Делимся по семьям. Мия, ты не белочка, почему ты на дерево побежала? Я тут сразу две белочки. Раза... Нет! Новый Юрий Гагарин просто. Вот закон подлости, закон подлости. Хорошо. Ничего страшного. У меня уже 89 очков, если что, поэтому я в любом случае на первое... Подожди, у меня глаз дергается что-то. У меня, походу, нервный тик. Из-за вас всех. Так, у меня... А, ну да, 169 очков у тебя. Ну, конечно. Не подходи. Ой, ёпты. Ой, пацаны, у нас тут небольшой зомби-апокалипсис. Ну вы там можете столкнуть друг друга, если хотите, ну немножечко, ну кто-то, да столкните уже хотя бы кого-то, чтобы мне было скучно, ну. А мне тут нормально, я посижу. Опа! Опа-па-па-па-па-па-па! Один зомбай побежал! Они за мной бегут! Алло! Я не Вы что, издеваетесь? Я находился на самой большой, высокой точке на этой ка... Просто закон подлости. Я говорил, чтобы вы столкнули друг друга. А сам... Смотри, какие у меня зомби! Сволочи! У вас сколько? 999. Ну да. Так, этой карты еще не было, слушайте. Все наружу, все на первый этаж побежали. Оп. Да хватит пинаться. Я мирный. Я говорю, я никого не трогаю. Пальчиком никого не ударю. Никита, мы, короче, будем... Ёпты. Тандершторм! Господи, как я давно это слово уже не произносил. Тандер... Кто кого там? Так, кто первый умрет? Делайте ставки. Ага. Мия, может ты? Не надо возле меня бегать, ты молнию почему-то притягиваешь. То? Почему по мне два раза шандарахнуло сразу же? Так нечестно! У кого сколько жизней? Никита, ты куда упал? Дай руку, я тебя вытащу! Ты смотри на нее! Ты смотри на нее! Иди сюда! Опа! Кого-то подожгло, да, здесь? Подожгло кого? Мия, куда? Куда? Никита, ты там нормально? Все нормально? Все выжили. Ладно, молодцы все. Все справились, все выжили. Давайте по чесноку. Вот кто не скажет, у кого сколько очков на самом деле, тот реальный пипидастер. Напишите, у кого сколько очков. 9. У меня 69, поэтому я в любом случае лидирую. Так что нормально. Да хватит. Тихо! О, валим отсюда! Валим, Кинки Рейн! Так, опа, я здесь постою, мне здесь нормально. Пока на меня пока что ничего еще не падает, поэтому все. Нет, не вздумай бить. Опа! Один, второй сразу! Третий сразу же! Четвертый сразу же! Понеслось! Слушайте, я даже не знал то, что вчетвером здесь намного интереснее играть. Вот, ребят, у вас спрошу прямо сейчас, кто смотрит этот ролик, в эту же секунду, пока мы будем телепортироваться на этот уровень. Хотите ли вы, как думаете, может сделать в следующей серии не 4 игрока, а примерно 7-8? Это же вообще дурдом будет на самом деле. 8 игроков, кто лучший ютубер, кто лучший подписчик. Это просто мясо здесь лютейшее будет. Оп. Все нормально. Опа! Оп, кто улетел? Кто-то да улетел, да? Кто-то не успел спрятаться. Ничего страшного, со всеми бывает. Со мной тоже один раз такое было, поэтому нормально. У кого-то там уже 10 очков, как я понимаю. Ага. Это не я был, Мия! Успокойся!
Так, ну вы там идите, идите деритесь. Ага, 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 ага. Опа. Беги! Run, Forest, run! Алло, сталкивайте, сталкивайте ее, сталкивайте! Да сталкивайте такая, мне тут нормально на самом деле. Здесь меня не достают зомби. Тихо, у меня здесь все нормально, у меня все нормально, все нормально. Забери, не трогайте меня, пожалуйста. Подождите, а где спрятался наш дружочек? Забери, почему вы его не видите? А, он там за домом стоит. Почему вы на меня сагрились, дебилы? За дом бегите! Укажите, пожалуйста, им правильный путь, то, что там за домом человек есть, а? То есть, когда я находился на 10-этажном здании, они как-то ко мне залезли. А тут человек просто за домом находится, и никто его не видит, да? Опа, 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 побежали, побежали, побежали! Да, увидели! А, поздно вы как-то, поздно, ладно. У нас есть еще несколько раундов. Мы играем до 15 очков. У меня 11. У кого у первого стукнет 15 очков, тот выиграл. Тот будет большим молодцом. У Мии 12, у меня 11. А, о, в смысле, монстр, да я не верю, что у тебя... Давайте не будем врать. Вот на самом деле, у кого сколько, тот и горит. Я ж потом проверю. Ну, стоим здесь на самом... Как ты упал? Минус пацан. Был пацан и нет пацана. Монстр, ты тоже рипнулась? Подождите, а кто умер, кто выжил, я не могу понять. Надо убить... Мию, у Мии 14 очков, да? Я все правильно понял? Мия, у тебя 14 очков. Да, алло, 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 алло. Да, что за групповушка? Вчетвером в одном доме. Ага, ага. Хорошо, 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 хорошо. Да все, 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 все. Хватит! Хватит! Хватит драться! Поднимаемся на улицу! Поднимаемся на улицу, давай! Все, тихо, 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 успокойтесь. Успокойтесь! Так, да ладно, какие, Мия, у тебя, а ну быстро скриншот сделала и личку ВКонтакте мне отправила, я не верю, что 15, да ладно, задротка, реально у тебя 15 очков? Драчуны, я ничего другого не могу сказать, ладно, на этом мы будем уже заканчивать, давайте, подошли все сюда. Групповушку сделаем с вами такую небольшую. Ребятки, если вам понравилось... Да, хватит, дайте я закончу, пожалуйста, не надо бить меня! Ребятки, если вам понравилась эта серия, если вы хотите продолжение, если вы хотите видеть новую серию второго сезона, кто лучший ютубер, но уже не только ютубер, а кто лучший ютубер и кто лучший подписчик, ставь лайкусик прямо сейчас. Если мы наберем... Сколько нужно брать лайков, чтобы вышла новая серия? Вы же все прекрасно знаете. 25 тысяч! Набираем 25 тысяч, сразу же выйдет новая серия. Поэтому ставьте лайкусики. Спасибо всем огромное за просмотр. Всем удачи и всем до свидос. А я пошел, потому что я с вами больше видеться не хочу. До свидания. Все, всем пока.